И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. Я продолжаю играть в Майнкрафт, все так же на сервере, точнее на комплексе серверов Hostium Game, на сервере SkyTech. И, собственно, в игре дождь, а у нас прекрасные новости. Лавы перебор и некуда девать. А еще булыжника сраного тьма. Так что я 2 часа назад отключил его генерацию. Потому что у меня тупо все встало. И никуда не двигалось. Отличненько. Это все компрессионный булыжник. Из чего каждого из них это по 9. Да. А ресурсов все так же нету. Да уж, ресурсов все так же и нету в плане железа. Что же мы будем сегодня делать? Ну, конечно же, для начала мне нужно сделать магмовый генератор, потому что, я думаю, мне он нужен будет. Вообще, в целом... О, что это? А, это просто... Вот, это просто что-то там пишется, понятно. Вот, потому что мне он обязательно... Точно обязательно будет нужен. Во-вторых. я написал все слитно. Во-вторых, я понимаю, что это идиотизм, но я в какой-то из серий почему-то вот на вот то-то дело подумал, что это автохаммер. Вот что значит записывать подряд, и вот что значит мало спать. Когда поспишь, такой, такой думаешь, ёпт, вышь налево, вот и дебил. Но с другой стороны, автосифтер тоже штука классная. Нужно ли оно мне? Это сложный вопрос. Но в любом случае, сейчас мне нужен либо такой хама, либо вот такой. Кристалл алмазов хватает только на слабенький. Блин, их всего 2. Реально. Все ресурсы достаются в большом количестве. Изумрудов уже еще 11 было. Вот у меня изумрудный меч. У меня просто их сувать некуда. Железо не дропается, и алмаз не дропается. Отлично. Что поделаешь? Классно. Рандом он так меня любит. Вот. Также закрыл для гастарбайтеров свой остров, чтобы они мне не мешали. Задолбали, я уже с ними больше мучаюсь, чем радуюсь, так сказать. Мне пока что не нужны, поэтому я их выключил. Всю эту ловушку хочу потом переделать. Вот, да и в целом остров я тоже хочу потом переделать. Такс, что еще? Ну и в целом мне сейчас нужно будет куча дерева, куча опилок. А это означает ферма. Ферма из форесты. Так, с ферма. Ну, конечно же, язык-то кто будет переключать. Вот, это вот все, вот это вот аж, вот это вся шпяка, вот это вот все, что мне нужно, блоки фермы и так далее. Это все мне нужно будет. Создается все это дело из кирпича, а это означает, ну, самый легкий. А, нет, подожди. Блок фермы. Гладкий песчаник. Либо камень, булыга пережаренная. В общем, да. Автофермер, погоди, а если в автофермер... пластик. А, слушай, у меня аж пластиковых деревьев до сих пор не было. Слушай, а как? Окей. Дерево. Я не знаю. Вот старое дерево. Резиновое дерево. Резиновое дерево. Резиновый тростник. Что? Что я из тебя могу получить? Зачаровать семена? Окей. Резиновые эссенции. Мне не нужно. Резиновое семя.
Резиновая культура. А, ну это типа я вот это сажу, и резиновая культура вырастает, да? Мне нужно получать это. Вот это я получаю из дерева. Слушай, что-то вообще песос какой-то. Такс, давай сделаем вот так вот. Ну этого достаточно будет. Индустриал, я хотел написать индустриал, вот лошара. Так. Где-то что-то должен быть саженец. Господи, Рубер 3. Рубер 3, как мне тебя получить? А я типа его выращиваю, сразу же перерабатываю. А, классно. И саженец получаю. Штука классная. Но что-то не то ем. Я ж как-то их должен получать, по идее. Как-то откуда-то. Реально отсортировал по моду. Чисто вот Forge Going. Паща срать. И здесь саженцы нету. Один только тот саженцы, все. What the fuck? Блин, это что за тупость? Слушай, а посмотреть, может, как земля получается? Вот дебилизм. Да уж. По слову саженец, я вообще ничего не вижу, потому что все это из Forestry. Долбанное говно, короче. Тут вообще ничего нету адекватного. Саженец кокоса есть. Блин. Это песос. Так, а как саженец по-английски? Саплинг. А саплинг только так. Прикинь. Точно. А если посмотреть. Здесь же вот она. Мы же можем здесь все подряд переделывать, да? Ага, нифига. Тоже смотрю, ничего нету. Даже всех саженцев здесь нету. Потому что не все саженцы одинаково полезны. Твою мать. Да, уж что-то, короче, вообще прям реально это затупок. Такс, мы начинаем находить что-то больше. По-простому говоря, я состряпал сраную книгу. Да, я состряпал сраную книгу. Сраную инструкцию. Мне пришлось. Прочитав ее, то есть, зайдя сюда, то есть, чтобы начать работу, вам необходимо развести экстракт древесины жидкости перед журналом, перевод огонь, чтобы собрать латекс и поставить насос, блок обработки, короче, перевод огонь. Экстракт жидкости, когда он помещен перед любым бревном, он произведет латекс. И вот тут я задумался, окей, давай тебя произведем, это просто какое-то безумие, поверьте мне. Нужен камень, печь, редстоун и железная шестерня. Железная! Слышь! Железная! Черт! Ну ладно, окей, не проблема. Сделаем железный ток, чтобы было все хорошо. Вот, даже поставил это. На всякий случай поставил выращивать. А то есть похватился, у меня даже ее нету. Семена-то есть, а самого тростника нету. Чтобы бумагу состряпать. Ладненько, будем стряпать. С железом. Ну, мне его просто нету. Вот зеленые ублюдки, а. Я там забыл факел поставить. Что они уже заспавнились там? Газлы. Я просто решил эту площадку как раз и использовать под ломание всего этого дела. А что, большая, огромная площадка, и почему бы ее именно не использовать под это? И такой вылазит, смотрю, что-то мне там зеленого ничего не должно быть. Тут слишком темно в этом углу было. Я как раз оттуда отошел, поэтому они заспавнились. Газлы зеленые, а. Везде найдут, где появиться. Пс, чувак! Бум! Блин, они меня прикалывают. Особенно, когда они не разрушают все, вот как здесь, допустим, они ничего не разрушают. Это здорово. Да. Поэтому пускай они там хоть прям около ядра механизма взорвутся, ничего не взорвется. Это классно.
Да, это реальный респект держателям серверов, те, которые вот так вот криперов делают, то, что они ничего не взрывают, это классно. Особенно вот здесь, где каждый кусок земли на счету. Там еще зомбак появился. Классно. Там еще зомбак появился. Классно. Бэнкс! Иди отсюда. Хач-хач! Чувак! Бум! Блин, козел, у меня что, не видит, что ли? На тебе! Сдохни, козлина! Вот это ж в натуре прям не ожидал! Не ожидал такой подставы от вас, твари вы такие вот СД, даже поставим факел, везде факел, больше факелов! В натуре. Да, здесь факел стоят. Ух, прям вообще. Ладно, погнали делать ресурсы. Ну, со стака гравия я получил довольно-таки нехилое количество ресурсов, особенно 6 алмазов, меня очень сильно радует. И реально я задумываюсь о том, что все-таки делать хороший молот, а не говно. То есть, чтобы он именно... этот сжатый булыжник, чтобы он сразу же маздрячил. А это можно? О, прикол. А что будет, если я это сделаю? Блин, гирлянды только есть развешать. Так, сладненько. В любом случае, мы уже имеем количество ресурсов. Так, что мне нужно? А, ну мне нужен слиток металла. Ничего больше. Ну, точнее, 4 слитка. Так, переработал все это дело. Давайте замоздрячим печку. Кстати, это первая печка, которую я сделал, потому что вот эта печка, она давалась мне с самого начала. Так, шестерня нужна. Так, это. Вот это. Из каменной шестерни делается. На, заморочки. О! Здесь у меня, а вот, собственно, каменная шестерня, отлично. Вот, все руды вот сюда перекинул, то есть тоже распределился более или менее, что было, более или менее аккуратно хотя бы. Ну, надеюсь я на то, что у меня когда-то будет все аккуратненько, но только когда будет МГ-система. Фредкой раньше. Так, 6 камешков, 1 редстоунишка. Так классно все выглядит, так хоп. Расставлено, все красиво так. Уэй, классно. А потом тогда хлебись. Йоп, полный рецепт. Так, экстрактор. Окей. У меня еще осталось чуть-чуть дерева. А, ну вот же у меня большая площадка. Такс. Твою мать. Просто твою мать. И он его потихоньку рушит. Просто твою мать. Ну вот что за... Офигеть. И так я получаю латекс. Клёво. Клево. А если как-нибудь что-нибудь здесь есть вообще, я могу как-нибудь... Это я получаю сейчас жидкий латекс, да? Upfront. А, то есть... Погоди. Так, где ты кусок дерева? Больше не начало, да? Ну, в общем, это мы сейчас посмотрим. Когда вот это вот ломается, все ли оно срабатывает как надо. Такс. Это у нас там где? Хочу снизу поставить. Да и чтоб тебе. Здесь у меня просто вода. Ага, снизу. Поставлю я снизу. У меня там ничего еще не построено. Ну ладно, фиг с ним. Пофигу на него, короче.
В любом случае, я получаю латекс. Так, давай еще посмотрим в книжечку. Книжечка. Книжки читать полезно. Так, он будет меня подрывать дерево, потом подрывать текс. Дальше. Ага, это вот как его состряпать. Окей. Дальше. Машина для обработки латекса. При установке, при условии, что энергия, вода и латекс имеются, то машина будет производить крошечный кусок каучука. 75 бар и 1000 миллилитров воды. Ну, да, миллилитра, блин, МБ воды для получения одного крошечного куска резины. То есть получаем... Офигеть, какой рецепт получаем. Это что сейчас? Спик плюс клик. О, чанки, классно. А, подожди. Это где я могу строиться? Вот. Просто я ночью-то включал. То есть вот это вот это чан, где я могу строиться. Классно. Еще бы лучше бы за мной это приватилась бы территория, чтобы сюда никто не мог залезть. Ну, кстати, это можно проверить. Как-нибудь в одну сторону длинный мост сделать. А, так, ладно. Ладно. В общем, что мы имеем? Сейчас мы имеем уже... О, слушай, он быстрее стал добывать. Мы имеем уже, грубо говоря, 10 латекса. Но как мы его достанем? Возможно, ведром. Либо трубами. Тогда жидкостные трубы мне очень сильно пригодятся. Ну и, соответственно, я это все дело буду переносить. Текс. Ага! Подождем. А что ждать-то? Машина для обработки латекса мне нужна. Такс. Офигеть. Вот реально, это то самое чувство, когда ты понимаешь, что это намного круче, чем просто рубить деревья. Такс. Машина для обработки латексом. Рамка механизма, две печи, куча железа. И здесь куча железа. 6. Да, вот ведро латекса. Кайф, латекс высоты есть. Класс! Классно! Классно, 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 классно. Так, ладно. А, так, 4, 8, 12. Железо. У меня есть 15. Огонь. Так, ну-ка. Да, ведро латекса! Кайф! Я его могу разлить. Случайно, если споткнусь и упаду, но я не буду. Так, шестерня мне нужна. И редстоун, я помню, там нужен. И еще булыга там нужна. Класс, это все у меня есть. Такс. Погнали. Огонь. Такс. Так, 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 так. Там вроде рамка нужна. Олово. И стекло. Стекло тоже есть. И олово. 4 штуки найдем. Супер. Блин, я прям сейчас вот... Я, когда подумал, что я зашел в тупик, я прям расстроился, очень сильно расстроился, думаю, какого фига, вот я ничего понять просто не могу, я дебил. Но теперь это просто настолько все безумные механизмы, что просто огонь. Я прям не знаю, я очень сильно счастлив от того, что я вот это вот сейчас вижу. Так, тебе нужна энергия, и нужна энергия, насколько я помню, даже РФ-ка подойдет, потому что там написано. Что типа раканает и РФ. Так что... Сюда? А почему нет? Да! Кайф, кайф, кайф. Так, теперь мне нужно в тебя воду, латекс и вода. Загружаем латекс, получаем ведро. Текс. Пока что воду будем так закидывать. Не зря я выбрал место, я что-то забыл про воду. А, собственно, вода-то нужна... А, точно! Блин, я залобаюсь его закидывать. Но в любом случае, воды у меня много, так что не жалко. Классно. Надо будет весь этот механизм сюда вниз переместить, тот, который сверху. Классно. Я обожаю все это дело. Это безумие, но это классно.
Больше латекса. Да. 13. Теперь из этого латекса мы можем сделать сырую резину. Либо здесь, либо здесь. И ее, уже переплавив, мы получим пластик. Пластик, в свою очередь, имеет просто тонны, точнее, открывает перед собой просто тонны всего, что только можно. Жидкостный насос. Вот тебя-то, наверное, я в первую очередь и буду строить. Это что у нас? Как ты у нас делаешься? Эссенция зерна бесконечности. Что, бляха-муха? Вы охренели? Семена зерн бесконечности. Здесь так все моды с собой вплетены. Слышь, мне чтобы его состряп. Вот, чтобы состряпать это зерно, мне нужна эта эссенция. Чтобы собрать эту эссенцию, мне нужно зерно. Чтобы вы, когда твари тупые создавали эти рецепты, вы хоть как-то мозгами думали? Но! Мы видим бедрок, мы видим горящий бедрок. Мы видим бедрок. Я его хочу уже поджечь. Я не знаю, что из этого получится, но я одно точно могу сказать. У меня просто офигенское настроение. Так, а как мне обратно тебя получить смогу? Нет. Energy item. Так, резервуар воды, резервуар для латекса. То есть это я смогу просто-напросто все это дело подключать, подключать, еще раз подключать. Класс. Все просто здорово. Так, с энергию я потратил, энергия уже восполнилась в нужном мне количестве. Ага. 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 Так, сделаем вот так. Шлепс. И вот сюда. Хлобысь. Нужно больше лавы. Ты будешь ее собирать? Ну и ладно. Так, в любом случае, так, но нужно, короче, здесь всю эту аппаратуру перемещать по ходу дела. Раз мне нужен будет бедрок, то надо все это дело перемещать. Офигенно. Просто офигенно. Так, это я уворачиваю. Блин, а как тебя поднять? Вот так? Клево. Текс. Что мне... Блин, куда мне это все перенести? На ту сторону. И с той стороны механизмы все поставить. Классно. Нужно больше работы же себе устраивать. Обалденно. Да, я так счастлив. Ох, я обожаю уже все переделывать. Делал, переделал. Делал, переделал. Я молодец. Такс, латекс закончился. То есть, по-простому говоря, он работает только вот здесь-то. Фигов. То есть, вот они все стоят целенькие, и это сейчас начнет трескаться потихонечку. И латекс начнет добавляться. Фигово, надо как-то... Это надо, наверное, повозиться что-то типа с раздатчиком каким-нибудь. Как вариант. Но в любом случае, мне точно нужно очень много дерева. Так, проделана колоссальная работа. В том плане, что... Так, сколько она... Ну ладно. Кстати, еще одно дерево же я могу поставить. О, кстати, давай проверим доски. Проканает? Ну, логично, что нет, но все равно было же интересно. А вдруг? Прикинь? Вот. Проделана колоссальная работа в том плане, что я очень сделал огромнейший спуск. То есть, во-первых, в одну в другую сторону, чтобы легко было подниматься. Источник воды опустил ниже. И, как видите, бедрок я освободил полностью. Да, пришлось еще одно ведро стряпать, потому что я в то додумался, дебил, латекс засунуть. Тормоз. Такс, где... А вот еще. Угу. Вот, и сейчас я готов попробовать поджечь бедрок.
Почему бы и нет? Только вот сначала вот эту вот штуку сделать. Так, для чего опять-таки же я хочу поджечь Bedrock? Bedrock. А я уже не помню. Не помню, как я к той фигне пришел. Семена... Семена чего я искал? О, как все плохо. Хорошо, когда... целенаправленно что-то делаешь, но когда ты не помнишь, что ты собрался делать, это, конечно, да. О, слиток железа как раз один есть. Кайф. Я думал, мне опять придется возиться со всем этим шлачьем. Шлепс. Текс. О. О. Включил видос свой пересматривать. Он еще не дозагружен до конца, и поэтому мне пришлось время ждать. И пока я, собственно, ждал, пока я до нужного момента, сам вспомнил, что я собирался делать. Вот это. Grind of Infinity. То есть мне нужна она. Bedrock. Горящий. И... 50% без понятия, что это за фигня. Но погнали проверять. В любом случае, это то, что мне сейчас нужно. Такс. Ну, гори, ядрить, мадрить. Такс. И что мы из тебя получим? А получим ли мы что-нибудь вообще из тебя? Давай второй подожгем. Больше 50%. Я даже не знаю, что это вообще значит. Ну, по крайней мере, там нарисован Bedrock, и он горит. Вот и мы подожгем Bedrock. Лагун есть. Почему бы и нет? Ну, подождем. Бабах! Оп! Огонь. Слушай, реально? Просто такой взрыв, как этот фейерверк и слабенький был. И появился. Классно. Ну, давай еще попробуем. Он, если что, горит какое-то время. Вот и сам порошочек. И его можно даже горящим подобрать. Так что проблем нету. О! Видали? Вот пошел фейерверк. Салют! Етить, колотить. Классно. Во, еще отлично. Да, класс, я думал, я что-то делаю не так, но нет, картинки, они такие картинки, они помогают тебе понять, что ты делаешь не так. Такс, о, тихо, оп, отлично, это как шифер бросать в костер, он тоже щелкает. И нужно быть аккуратнее, а то этот осколок шифера может в голову пролететь. Так, где? Стоп. Горю нафиг. Отлично, уже 8. Это означает, у меня уже есть на 2 рецепта. Потому что там по 4 надо. Классно. Такс. В итоге, что мы можем из тебя сделать? Да, уже дофига, что нужно из тебя? Точнее, дофига тебе сколько нужно? Я же задолбаюсь так тебя обжарить постоянно. Так, ладно, в любом случае, я искал вот это вот. А для чего, кстати, они мне нужны? Эссенция зерна бесконечного, окей. А, то есть лучше сначала все-таки семена состряпать. Семена состряпать я могу... Да пошел ты! Вот просто пошел ты! Пошел ты! Вот где я эту руду процветания найду? Твою мать. Так, ладно. Один вопрос, для чего она мне нужна была? Эта эссенция долбаная. Я забыл, прикинь. Я просто не помню, для чего она мне нужна. Но я сделал это. Да, я молодец. Я это сделал. Я молодец. Так, эссенция. А что можно из тебя сделать? Все только это можно сделать. Окей. То есть, без вариантов, я уже получил и так ее. Так что, это чё-то, короче... Блин, сраная собака, блин. Из-за тебя тупая свинота, придется с окно закрыть. Ладно, подумаем. А, может, вот это вот фигню? Может, это чё? Оу.
Оу! Да ладно! Чтоб тебя создавать, нужна эта фигня в таком огромном количестве. Твою ж медь. Вот это нифига себе классную штуку я открыл. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как много всего я познаю и не хочу больше познавать. Черт. Ну ладно. С этим потом как-нибудь разберемся. Что мне сейчас надо? Мне сейчас нужно вообще ферму дерева сделать. О, точно, ферму дерева. Я же ферму дерева вообще собирался делать. Такс. Сколько у нас тут латекса? Да ладно, нифига, огонь сколько. Так. Окей. Надо все это скомплектовать. Мысли особенно. Такс. Стряпаем металл потихонечку, потихонечку, полигонечку. И, как видите, я уже стал, пришлось, точнее, выращивать деревья. Решил выращивать березу, потому что она более культурное растение. В том плане, что она не вырастает там в разное это и так далее. То есть она вот растет одним столбом и все. Удобно. Удобно собирать. Конечно, Джангл Вуд вообще огонь. Одно выросло и там надолго хватит. Собственно, так оно и было. Там полтора стака бревна выпало. Но в любом случае, березонька куда в этом плане лучше. Собирать легче, не надо никуда прыгать, лазить и так далее. Вот, когда уже будет у меня автоматическая ферма, то все равно будет береза, потому что она круче и она аккуратнее. Такс, помпа. Слушай, я ж не показывал, да? В общем, я уже сам путаюсь, что я показывал, что не показывал. В общем, что я сделал? Переместил немножечко все сюда. Здесь поставил сервопривод. И... Ну, Черт, перезагрузка сервера. А, не. Огонь просто пролагало. Либо сохранение, либо что-то наподобие было. Вот. В общем, здесь, как видите, стряпается потихоньку, полигоньку латекс. Стоит только сюда ставить булыжник. Ну, а сюда он сразу же перегоняется через сервопривод. Делается это довольно-таки красиво, я вам так скажу, но мне на это пофигу. Вот, остается только подать воду. Воду я буду подавать вот отсюда. Вот сюда я поставлю помпу. Именно на нее я собирался сейчас делать все это дело. Именно металл я имею в виду. Вот, и поэтому как бы к этому я и стремился. Вот, ну и как обычно, побочные эффекты в виде алмазов. Точно, я такими темпами на автохаммер наберу на нормальный. Осталось 108 алмазов всего. Зато изумрудов. Тимашенька. Ух, прям огонь. Ну, я не против. Такс. О, классно. Металл, здорово. Здорово, 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 здорово. Ага. Кучка древесины, нифига себе. Вот это. Слушай, а что из тебя сделать можно? А что из тебя можно сделать? Время горения. О, сразу же 6 угля. 6? Из 4 дерева 6 угля? Охренеть. По-другому не сказать. Чушь, я раньше не знал. В натуре это просто, это официальный дюб. А, бляха-муха, это пиротехнические, да. И еще и криозот я получаю. Точно, это ж... Откуда бы я раньше бы это взял? Так, что у нас здесь? Короче, уже после этого дела. Я просто не то состряпал. Вот это мне нужно было. Так, и вот так. Просто я тут верстак вниз закинул, а этот, соответственно, сюда нужно. Так. Все это забираем. Совместной игрой. Ну, моды, моды. Моды, они такие моды, поэтому я играю в соло. В соло легче. В соло меньше заморачиваешься. Так, что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно шестерня. Что-то, походу, это... Подустал сервер. И это вполне нормально. Учитывая, сколько он работает в нормальном состоянии, это вообще нормально. Да и перезагрузки, кстати, давно не было. Авось, блин, перезагруз. Стекло. Стекло, это, конечно, здорово. Я, знаете, люблю стекло. Стекло, оно классное.
ты вот как бы сделал все, что тебе нужно, а потом смотришь, а стекла-то нету, прикинь. И такой ты, ёб твою штальдиву, как я обожаю тебе стекло, сраное ублюдочное создание. Ах, черт побери, я обожаю стекло. Вот, ну, благо делается оно легко. Ну вот, песочек пережарим, все хорошо. Так, теперь мне остается только, ведро, давай лучше новое состряпаю, хотя у меня же есть ведро. Не, давай лучше новое состряпаю, ведро всегда нужно. Так, с ведром. Редстоун. Мне нужен одна штука. Отлично. И получается все. Металл, ведро и две цистерны. Для этого нужно нам 18 стекла. Ну, его делается дофига. 32. В два раза больше. Два. Ну, почти два. Чуть поменьше. Но мне хватит. Смотрите, в чем прикол. Берем, срубаем дерево, ставим, и оно такое же. Ты систему не обманешь, он уже сожрал его. Он взял уже предмет. Давайте протестируем. Допустим, ага, погоди, или обманешь? Блин, даже теперь интересно стало, он по новому будет? А, не-не-не, вот он быстро-быстро все делает. В общем, короче, систему не обманешь. Визуально может что-то измениться, но по факту, как было, так и будет. Может быть, какие-то копеечки, что-то где-то там, но это больше возни. Ну, прикольно. Прикольно. Так, надо воду уже срочно подавать. А что у меня там со стеклом? О, дерево выросло. Долго. Отлично. Цистерна готова. Теперь делаем вот эту шпеку и... Все супер. Надеюсь, ты не требуешь электричества, и ты просто работаешь как мне нужно. Теперь сносим вот эту штукенцию. Вот эту штукенцию. И... Да погоди, ты говорю! Нетерпеливое создание. Такс. Так работаешь? Или не так работаешь, или тебе надо полностью в воду погрузить, или тебе надо погрузить так, чтобы ты стоял в воде в воздухе, и как ты вообще работаешь, нужен сервопривод. Так, погоди. Сервопривод. Отдай. Ой, ну трубу-то зачем было ломать? Ну что ж ты, как варвар. Кстати, да, если в присесть, то написана сторона. Какая, то есть это для того, чтобы понять, где ты настраиваешь. Удобно. Я уже понял, конечно, после того, как я настроил, но, блин, удобно. Такс. Шлепс. И вот так. И не свершилось чудо. Так, погоди. Текс. Да. Нужно подразобраться с этим делом, как оно работает. И куда его ставить. Или чтобы вокруг была вода, может, надо его. Тогда, соответственно, мне надо вниз пробуриться. Интересный вопрос. Такс. Чудо не свершилось. Значит, надо, чтобы он... Со всех сторон у него были блоки воды. Я не помню просто, как он работает, этот козел. Это такая проблемка жесткая. Так, ладненько. Экстремальные условия. Они такие веселые. Я так люблю экстремальничать. С шансом вывалиться за мир. Ух, прям обожаю. Так, мне нужно булыгам. Много булыги, больше булыги. Оу-ей. Такс. Кирка. Чёрт. Ну, давай в кварцу возьмем. Чё, нет. Нам быстрее будет рубить, по крайней мере. Такс. Эх, экстремальные условия, они такие. Сейчас я могу себе воду не перекрыть. Такс. Раз, два... 3. И давай вот сюда еще поставим водичку. Ой, я помираю. Черт, я помираю.
Нет, нет, нет. А, чувак, ну хорош, ну сейчас ты всплывешь уже, что ты? Я, конечно, бы занырнул в бок, но я боюсь, что ты сдохнешь, если я в бок заверну. Такс. Это у нас сейчас мы сделали самый угол. Классно, теперь уже легче. То есть надо все это дело обкружить просто. Такс, уже лучше. Остается только немножечко здесь все заделать. Так, чтобы было все красиво, аккуратненько. Фулльный резервуар. И все в таком духе. Такс. Это что это там? Ну-ка. Вот так. Хочу фулльный резервуар. Резервуар. Отличненько. Вот, ну здесь, короче, получился, конечно, не фульный, но и пофигу. А может получится фульный? Конечно, получится, это ж я. Вот, здесь, как видите, уже первый слой сделал воды. Сейчас делаем второй слой. Это делается легко. По аналогу первого. Если вкратце, достаточно заполнить все углы, чтобы вода уже заполнилась там, где нужно. Ну, только вот здесь что-то пошло не так. Хотя нет, все нормально, просто здесь темнота. Вот, и заполняем верхний слой. Только для этого мне нужно будет выплыть полностью и убрать всю вот эту фигню. Вот так вот. Вот. Теперь. О! Во! Паш! Паш! Шла жара! Классно! Огонь! Вот что нужно было. Все-таки я правильно думал. И сейчас попрет вода. Вода ж попрет? Я надеюсь, что попрет. Потому что я хочу, чтобы вода пошла. Так, мне вот этот пузырь нифига не нравится. И мне не нравится, что она не полностью заполненная вода. Такс. Видишь, она как, ну, не полностью заполненная, мне это не нравится. Сейчас бабахаем. Вот так вот. Нафиг это всю воду. Теперь. Раз ведром, два ведром. Вот сюда. О, первый уровень готов. Будем заполнять все снизу. Так, теперь одно ведро на всякий случай наберем. Ставим сюда. Угол. Текс. Надо сюда встать. Отлично. Текс. И вот так. А, этот угол. Теперь вот сюда. Да, то, что мне нужно. Ставим вот так. И вот это срубаем. Да, пошло как надо. Теперь забираемся наверх. Угол. 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 Так, не, плохая идея была из того же угла набирать воду. Во! Заполнилось! Отлично! Блин, упал в воду. Такс, и вот это надо заполнить. Вот! То самое чувство, когда все беспотоково, без излишних волн и так далее. Аккуратненький резервуар. Да, классно. И теперь уже можно поставить туда помпу. Помпу. Так, вот так вот поставим. Утопим все-таки ее в воде. Немножечко в воде утопим. Вот, все, пошла труба вниз. Отлично. Вернись, моя досточка. О, даже не сильно-то и много нужно было. Ну ладно, в любом случае это уже хорошо, что у меня все работает. Тыкс. Блин, ну ладно, в любом... Мне придется еще трубы делать. А, погоди.
Пом-пом-пом. Через верх, что ли, придется пускать трубы? Они ж мне мешаться будут. Ай, ё-моё, ну что за фигня? Походу дела придется их через верх пускать. А это значит, всю вот эту систему задрепупили, надо будет переделывать. Ну не факт. Так, ставим сюда. Сюда. Сюда не ставится. Поверху, поверху. Ага, отлично, здесь я прохожу. Пам-пам-пам-пам. Все отлично, задел. И вполне нормально, остается только вот эту фигню сделать мне. Я просто не помню, как она делается. А, медные, две медяхи и стекло. Вообще ничего сложного нет, потому что у меня стекло теперь есть и много. Да, я два стекла еще нашел, у меня оно было. Так-с. Стеклышки, стеклышки. И медяшечка. Сразу же делаем побольше. Лишним точно не будет. Оп. Отличненько. Больше труб. Больше хлопот. Такс. Так. Так. Шлеп. Просто так ты не подаешь, да? Тебе нужен сервопривод поставить. Вырубаем. Или ты в целом с такими трубами не любитель работать? Да, вода вообще не подается. Слушай, а если билдкрафтские тебе трубы поставить? М? Ну, что я могу сказать? Фейл. Это, короче, помпа сразу не работает. Я не знаю, как она работает. В общем, все включено, все должно работать. Не хочет он работать. Козел. Ну и бог с ним. Убираем эту шлачинку. Нафиг. Кстати, трубы состыковываются, это здорово. Тикс. Тоже убираем. И вот так вот убираем. Ей! Кирка сломалась, топор сломался. Все сломалось нафиг. Эх, все кварцевое поперломало все. Такс. Выныриваем. Теперь. Вот так вот. Шлепс. И ставим вот эту вот штукенцию. Хловысь. И вот он-то уже работает нам. Надо было сразу его делать. Нет, блин, помпа, помпа, помпа. Вот. И все. Без лишних заморочек. Без лишнего. Вот, даже сервопривод нафиг не нужен. Он просто сразу же и водой, и все, и пошел. Во! Жара, красота! Ничего не надо! Блин! Зачем? Зачем я пытался что-то мудровать? Во! И ничего не нужно, блин! Эх, черт побери! Ну ладно. Ресурсы немножечко потратил, и да там хорошо. Просто я еще почитал, я даже книжку состряпал с билдкрафтом. Да, книжка билдкрафта. Первый раз ее состряпал, если честно. И вроде даже первый раз по-нормальному открыл, даже чтобы почитать. Все равно нифига не понял. Понял, что он дает MJ, но что, как, где. В общем, разберемся потом как-нибудь с этим делом. Вот, одно я могу сказать точно. Сейчас у меня есть бассейн. Да, хороший только бассейн. И подача воды. Воду я, соответственно, могу раскидывать хоть для каких аппаратов. К примеру, сюда я точно так же могу закидывать воду и тем самым стряпать то, что мне нужно. Так, булыжник перебор, лава перебор, все хорошо, все замечательно, энергия не потребляется. А это означает, что обратно автокрафтер ставлю. Ну а что, пускай все стряпает потихонечку. Так-то, хлобысь. И пускай все стряпает. Потихоньку, полегоньку. Вот так тебе даже делаем. И это тоже на место. А сервомеханизм. Я его по привычке сервоприводом обзываю. Вот так вот. Ладно, с водой как-никак определили. Все. Серия снимается уже 4 часа. Уже все.
уже все сложно. Вот, с водой определились, с латексом наконец-то тоже определились, как его получать, как его создавать и так далее. Так что все просто огонь. Соответственно, из него мы уже будем делать разного рода механизмы, типа ферма. Ферма, 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 ферма. Но не вот такая ферма из Forestry, а вот такая ферма автофермер. Вот, и уже будем смотреть, что, как, где. Но это уже будет потом. Да, хотел я сделать автохаммер. Но что-то пошло не так. Кстати, вот, видите, вот мой домик. Вот то, что я там видел. А, просто карта прогрузилась. Вот, а вот сюда меня тпхало. Пока я кровать не поставил, просто убивают тебя. Спавни, ты жмешь спаун, тебе тпхает туда. А, не, наоборот. А, то есть убивают тебя, жмешь возродиться, тебя тпхает туда, жмешь спаун, улетаешь на спаун, прилетаешь на, со спауна домой и появляешься обратно. Сдыхаешь, опять там появляешься. Дебилизм. А вот, бывает и такое. Ладно, что? Все, наконец-то я могу сказать со спокойной душой, что все, надо только лестницу доделать. Ай, да ну в жопу, нет у меня лестницы этой долбанной. В общем, такие вот, народ, дороги. На этом я уже с вами буду прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, мне, конечно же, делиться моим видео с моими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Фух, всем пока.